Ровно неделя осталась до старта учебного года, а чиновники все еще вносят новые правила. Для школьников, которые пойдут в дежурные группы, отменили обязательное ношение перчаток. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минздрава. А в Министерстве образования объявили о решении отказаться от домашних заданий в период онлайн-обучения. Учитель размещает учебные задания. То есть у нас в учебном году не будет как такового понятия домашних заданий. То есть это будет одно учебное задание, размещается на платформе «Кунделик»,